Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры, работы мастеров. Принцесса около 1352-1336 года до нашей эры. Известняк, краска 39 на 15 и на 18. Эта статуэтка древнеегипетской принцессы представляет самый загадочный и интересный этап развития искусства страны. Дело в том, что фараон Аменхотеп IV указом реформировал вековые традиции царства, перенес столицу из Фив в Тель-Аль-Амарну, заново отстроил себе резиденцию, переименовал богов, выдвинул новых, взял другое имя Эхнатон, а также полностью поменял, казалось бы, незыблемые принципы художественного вкуса египтян. Скульптуры буквально в одночасье стали очень пластичными по трактовке поверхности, позам, портретным чертам. В них появились мягкость, человечность, особый реализм, который виден в этом небольшом изваянии девочки из семьи правителя. Впечатляет то, что в насквозь пронизанной условностями культуре вдруг позволяется, становится возможным изображение полностью обнаженного человека. Подъем нового искусства был недолгим, однако очень ярким и совершенно необъяснимым. Ну вот такое описание к работе принцесса около 1352-1336 года до нашей эры я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.